Дальше четко определяем и проговариваем с заказчиком, где, как и по каким правилам мы будем хранить проектные документы. Ну, очевидно, что в почте хранить будет совершенно иерархично, неструктурированно, что-то может потеряться, поэтому обычно все-таки готовят такое центральное хранилище для того, чтобы в дальнейшем в нем содержать все проектные документы, как то проектное решение, документ спецификации, всевозможные сценарии тестирования. Поэтому в рамках текущей активности готовится это информационное хранилище, где будут содержаться документы, и заводится изначально структура папок, которая преимущественно соответствует фазам проекта и ключевым задачам, таким как готовер, миграция данных и возможная интеграция.